Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры, вы на канале Чаир Кадыров. Сегодня я подготовил для вас небольшое видео, как мы вчера взяли топ-1 на отборочных. После четверкатки мы находимся на втором месте. Постараемся сегодня оправдать ваши ожидания. Сегодня в 18:00 будет продолжение турнира. Так что обязательно постараемся взять топ-1. От вас ждем мы мощнейшую поддержку, так что, друзья, поддержите. Так что, друзья, постараемся в этом году тоже пройти в чемпионат мира и взять, принести в Россию топ-1. Друзья, поставьте лайк и подпишитесь, кто еще не подписался. Приятного просмотра вам всем. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yeah.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. И теперь столкновение со сборной ЧР, которая в выгодных условиях на хайграунде. И они смогут отстреливаться с горы. Но восьмые уже практически в зоне. Вот в чем дело. Правда, закрепиться здесь абсолютно негде. Посмотри, какая зона. Это просто поле. Стенки. Только стенки могут спасать сейчас. Ох, а если они остались ли они? В том-то и дело, что вопрос очень и очень неоднозначный. Филипп начинает отстреливать. 4-1. Кадыров очень сильно следит по здоровью. Кадырову нужно хиляться, пока еще есть время, а зона сейчас начнет поджимать. Ну и сборная ЧР. Они умеют играть от этих последних зон очень аккуратно. И уже здесь... зон гейнокнули со снайперской винтовки. Да, но ты не забывай, что там еще есть шестые. Как же Дзармара хорошо работает с АВМ. Уже два фрага практически дал. Очень много демиджа наносит. По Дэнди тоже есть контакт. У него остается буквально 10% хп, но каким-то образом за стенкой он живет. Нет, все, стенку разбили. Минусов. Дэнди он нокнули и всех сейчас закроют. Минимум топ-2 уже сборная ЧР. Дзармаро, как же круто он работает со снайперской винтовки. И мы крайне редко видим это на последних кругах, ну, потому что здесь очень неудобно это делать. Но открытое пространство на этой горе позволяют. Критель начинает давить 185 хп. Нужно пушить с хайграунда, все правильно делают сейчас. Но почему-то Дзармаро был без поддержки тиммейта. Подключается покоритель, пытается хоть что-то сделать. За сеткой мансует, но его давят троем. Покрителя нокают и его... Кадыров, с граника грани... можно работать. Сейчас из Кадыров граника они выигрывают первое место. Гранатомета. Это ответочка от сборной ЧР. Вы нас с Граника похоронили в прошлый раз, а мы припасли вам подарок на последний круг. Это было очень красиво, круто, конечно. Да. Кадыров сейчас вытаскивает свою команду. А может быть, это был план, знаешь, заманить на тиммейтов и потом с Граника всех доработать. Да, вот тоже тут только про Кадырова ты и не друзья, скажешь. Друзья, вот ты подошел конец видео. Дзармара, если вам понравилось, то дал 3 нока, по сути, сейчас на финальном круге. Друзья, давайте наберем 80 тысяч подписчиков. Для меня это будет очень приятно. По игре, конечно, мы понимаем, что каждый был полезен. Друзья, следующее видео закину, как я играю на турнире с Граника. Это будет очень интересно. Все это видео ждали, так что, друзья, скоро закину. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Жду от вас мощнейшую активность.
Спасибо огромное всем за поддержку. До новых встреч. Гранаты в ответ. Идти давить, точно такая хорошая граната. Нужно идти под нее. Это степи. Но сборная Чечни сейчас четвертая.